Достаточно интересный вопрос. Вот я как музыкант, да, то есть это моя жизнь. То есть если бы я работал, например, да, вот, днем, а вечером пел, это была бы художественная самодеятельность. Вот, то есть это было бы хобби просто. А это моя жизнь. Поэтому я свою жизнь посвятил этому, и без этого я уже, ну, в принципе, я не говорю, что я ничего не могу, ничего не умею. То есть, в принципе, я все умею. Настоящий мужчина должен уметь все. Вот. А если человек, молодой исполнитель, решил посвятить свою жизнь искусству, будь то пение, будь то танцы, там, скажем, или что-то еще, какое-то другое направление, вот, то чтобы стать профессионалом, конечно, нужно отринуть все остальное, и чтобы добиться успеха, нужно заниматься только этим.